Вітаю, актуальне інтерв'ю в ефірі на 11 каналі. До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який людство відзначає 1 грудня, ми вирішили поговорити про цю небезпечну хворобу. І гість в нашій студії Марія Гудова, медична директорка обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом. Вітаю вас, Марія. Вітаю. Отже, давайте почнемо зі статистики. Скільки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в нашій області? Наскільки я знаю, що ми завжди були попереду, так? Попереду. Серед всіх регіонів України. Да, к сожалению, наша область является лидером среди всех областей Украины и по распространенности, и по заболеваемости, и по смертности от ВИЧ-инфекции, СПИДа. На сегодняшний день в нашей области проживает и официально состоит под медицинским наблюдением 24,5 тысячи ВИЧ-инфицированных граждан, почти 9 из которых имеют СПИД. 9 тысяч, мається на увазі, так? Да, 9 тысяч из которых имеют СПИД. Однако нам удалось взять эпидемию под контроль, и на сегодняшний день почти 87% от всей диспансерной нашей группы принимают антиретровирусную терапию, эффективно лечатся. Несмотря на то, что Днепропетровская область сегодня лидер среди областей Украины по заболеваемости и смертности, в 2, а то и в 3 раза наша область превышает все показатели среднеукраинские. Вот. Но, тем не менее, мы стараемся и привлечь активное внимание к этой проблеме. И спасибо вам, что вы этой проблемой интересуетесь. И в такие дни, как День борьбы со СПИДом, в такие дни, как День памяти умерших от СПИДа, мы стараемся привлечь еще больше внимания к этому вопросу, для того, чтобы все наши граждане активно занимались своим здоровьем, для того, чтобы приходили тестироваться, обследоваться, обращались свои временно за медицинской помощью. А чи є взагалі якесь пояснення, чому наша область займає от довгі роки лідируючі позиції? Так сложилось, возможно, исторически, что в Украине вообще среди всех областей наибольшая заболеваемость и распространенность ВИЧ-инфекции наблюдается в тех областях, где, скажем так, больше всего миграции происходит. Миграции по причине поиска заработка, миграции по причине отдыха. Ну, например, Киев, Киевская область, Донецкая область, наша область Днепропетровская. Одесса, мабуть. Одесская область, скажем так, там совместно и заработка, заработки, поиск заработка и, может быть, отдых, командировки. Херсонская область, Николаевская область, туда, где люди чаще всего ездят отдыхать. Ну, то есть больше всего происходит миграции. Тим не менш, чи можемо ми зараз говорити про масштаби епідемії в Україні? Це епідемія в нас? Чи ми вже вийшли за межі епідемії? Да, это эпидемия. И Украина на сегодняшний день один из тех регионов Восточной Европы и Центральной Азии, среди, в которой наблюдаются новые случаи инфицирования ВИЧ-инфекцией. В Украине 19% от всех вообще случаев впервые выявленных ВИЧ-инфекции именно в Украине наблюдаются, среди всех регионов Восточной Европы и Центральной Азии. И, к сожалению, 25% случаев от всех смертей от СПИДа тоже происходят в Украине. Ну, поэтому мы стараемся работать в этом направлении для того, чтобы цифры каким-то образом уменьшились. Но, тем не менее, эпидемия, к сожалению, есть. И обращать на нее внимание нужно. Розкажіть, будь ласка, хто зараз здебільшого хворіє на ВІЛ-СНІД? Чи є так звані групи ризику? І, або чи інфекція вже давно перетнула оцю умовну межу? На сегодняшний день движущая сила эпидемии все-таки продолжает оставаться, скажем так, не группы риска, а ключевые группы населения. Это, как раньше были работники коммерческого секса, это люди, имеющие гомосексуальные отношения, это люди, которые употребляли или употребляют наркотики инъекционным путем, а также ВИЧ-инфицированные люди, их половые партнеры. Но на сегодняшний день для того, чтобы возможность у всех появилась людей обследоваться, тестироваться, мы уже давно не пользуемся этим определением и стараемся привлечь внимание всеобщего населения
к этой проблеме, потому что путь передачи на сегодняшний день преимущественно – это половой. Среди всех выявленных за, скажем так, 9 месяцев 2019 года впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции, в 55% случаев путь передачи был половой, только в 37% – парентеральный, то есть путем употребления инъекционного наркотика. Изменилась наркосцена, играют роль, большую роль, и сработали профилактические программы среди потребителей инъекционных наркотиков, обмен шприцами, то есть на сегодня, и плюс ко всему, парентеральных наркотиков уже не так осталось много, вот, а эпидемия вышла уже за границы ключевых групп населения, и половой путь преобладает над всеми другими путями. И, естественно, мы стараемся привлечь внимание всех людей, у которых есть половая жизнь. А, мабуть, вже наші глядачі хочуть задати питання, де людина, наприклад, житель нашого міста чи області, може пройти тест на ВІЛ? Чи є він безкоштовним? Куди звертатися? На сегодняшний день в нашей области вообще случился такой прорыв очень большой в том плане, что сегодня в каждом лечебном учреждении можно пройти тест на ВИЧ. Если человек хочет обратиться в кабинет доверия или в центр СПИДа, любой во всей области, на каждой нашей административной территории есть или центр СПИДа, или кабинет доверия, обеспеченный быстрыми тестами. Мало того, у каждого врача первичного звена, у каждого семейного доктора есть в амбулатории или в центре первичной помощи есть быстрые тесты. Все это бесплатно. Вот. И все работники, которые проводят тестирование, они сохраняют конфиденциальность того человека, который обратился. И вся информация остается только между самим человеком, который тестируется, и между теми специалистами, которые тестирование это проводят. А що для цього треба зробити? Треба прийти до свого сімейного лікаря або просто прийти до амбулаторії? Можно обратиться к своему семейному врачу. Если человек не хочет, допустим, каким-то образом раскрывать информацию, персональные данные о себе, можно, конечно же, обследоваться анонимно. Естественно, это тоже можно обратиться в любое лечебное учреждение. Единственный нюанс, что обследование будет проведено, но никакая справка выдаваться не будет, это не разрешено законодательной базой. Это будет просто информация для пациента, для людины. Да, совершенно верно. Мало того, сейчас очень много общественных организаций, которые имеют быстрые тесты, которые тестируют и в полях, и рядом с какими-то общественными местами. У них тоже есть возможность и анонимно протестировать, но они больше занимаются тем, что протестируют, перенаправляют человека в службу медицинской помощи, чтобы человек в случае ВИЧ-позитивного результата мог получить необходимую медицинскую помощь. От мы говорим про эти швидкие тесты, экспресс-тесты. Так вот, насколько высока их точность? 100%. На сегодня такие наши быстрые тесты, они на 100% идентичны методу иммуноферментного анализа, когда забирается кровь из вены. Самое главное, чтобы эти тесты хранились в надлежащих условиях, сохранялись все рекомендации к их хранению. И самое главное, чтобы человек, социальный работник или медицинская сестра, или доктор, который проводит это обследование, интерпретирует результат, чтобы они это делали правильно. То есть они должны быть обучены этому. Чи завжди зберігається анонімність людини, яка має обстежитись на ВІЛ-СНІД? В плане анонимности, я вам уже говорила, сохраняется конфиденциальность. Если человек обследуется анонимно, он не рассказывает ни свою фамилию, ни какие персональные данные. Естественно, информация, она деперсонифицирована, и никакие данные никуда не попадают. Когда человек обращается в лечебное учреждение с целью обследоваться не анонимно, то у нас каждый медицинский работник понимает, что это врачебная тайна, это медицинская тайна. И информация про обследование на ВИЧ-инфекцию и про результаты такого тестирования, они конфиденциальны, и разглашение их карается законом. Чи забезпечена наша область препаратами для АРВ-терапії? Тобто це специфічне лікування, да, хворих на СНІД, і кому вони виділяються безкоштовно?
Антиретровирусные препараты на сегодняшний день, они бесплатны для всех абсолютно. Все наши пациенты, это порядка уже 20 тысяч пациентов, которые принимают антиретровирусную терапию, они принимают ее, получают на базе центров СПИДа и кабинетов доверия, где есть, скажем так, сайты АРТ, места, пункты выдачи медикаментов. Либо на месяц, либо на 3, либо на 6, в зависимости от того, как человек начал лечение, сколько он уже его принимает, насколько оно эффективно. Медикаменты мы получаем за средства государственного бюджета. Медикаменты эти в аптеках не продаются на сегодняшний день, в аптеках не выдаются, как, допустим, по программам там, различным другим медицинских гарантий. Государство закупает их централизованно по нашим заявкам. Мы анализируем, какое количество пациентов, какие медикаменты принимает, есть разнообразные схемы. Планируем, составляем заявку, согласовываем ее с областью, с Министерством здравоохранения, и после этого уже происходят закупки. После этого медикаменты развозятся по областям, и в нашей области наш центр является главным получателем медикаментов, после чего мы их распределяем на сайты во все лечебные учреждения, которые эти медикаменты потом выдают нашим пациентам. Кроме того, очень большое достижение вообще для всей страны в том плане, что Украина поддерживает стратегию по преодолению эпидемии ВИЧ-инфекции. И в рамках этой стратегии международные доноры, такие как Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, такие как чрезвычайный план президента США ПЕПФАР, они поставляют дополнительно еще почти на треть наших пациентов медикаментов для антиретровирусной терапии, которые тоже, естественно, мы таким же образом раздаем на сайты, планируем, балансируем, и пациенты тоже их получают, доступ к ним есть везде. Самое главное, чтобы человек, наверное, обратился. Протестироваться, наверное, это недостаточно на сегодняшний день. Необходимо все-таки начать лечиться. Да, терапия где-то может каким-то образом повлиять на обычный способ жизни любого человека. Но наша терапия влияет на способ жизни наших пациентов ровно так же, как и, ну, скажем так, прием антигипертензивных препаратов, тоже пожизненный. Прием препаратов сахароснижающих при сахарном диабете, тот же инсулин, пожизненный прием. Вот. Единственное, что наши препараты пациенты получают бесплатно, доступ не ограничен. За последние несколько лет, вот хочу похвастаться, в нашей области вообще совершился такой максимальный прорыв в рамках внедрения стратегии. Мы за последние 4 года привлекли в лечение порядка 10 тысяч новых пациентов. За предыдущие еще 10 лет тоже такое же количество. И в 2020 году мы еще 10 тысяч человек хотим привлечь к лечению. То есть, если на сегодня 20 тысяч у нас принимают, почти 20 тысяч лечения, то в конце 2020 года почти 30 тысяч человек будут принимать это лечение. И мы надеемся, что в рамках внедрения всеукраинской и вообще международной стратегии по приостановлению эпидемии ВИЧ-инфекции наша область все-таки является лидером не только в заболеваемости и смертности. Не только в поганой статистике. Да, 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 да. Мы... Все услуги интегрированы на сайтах, все услуги максимально приближены к пациентам. 43 сайта РТ в области существует. Как бы обследования все специфические, которые касаются ВИЧ-инфекции, они все тоже бесплатные, что немаловажно. І наостанок, ваші поради глядачам, як треба жити, які заходи профілактики, аби не заразитися на ВІЛ? В первую очередь, это здоровый образ жизни, здоровый образ половой жизни, барьерные средства контрацепции. И на сегодняшний день все те мамы, которые имеют ВИЧ-инфекцию и планируют родить здоровых деток, они должны принимать антиретровирусную терапию. И уже с начала этого года у нас в области случилось еще одно такое масштабное нововведение – это доконтактная профилактика. Доконтактная профилактика – планируется то, что человек, который ВИЧ-отрицательный, имеет ВИЧ-статус,
даже если он рискует, имеет риски заразиться ВИЧ-инфекцией, он принимает эти медикаменты, эти таблетки, они тоже бесплатные во всех центрах СПИДа и кабинетах доверия, то он, риск заражения ВИЧ-инфекцией снижается до нуля, если, соответственно, тоже применяются барьерные методы контрацепции. Поэтому приходите, если есть необходимость, во всех центрах СПИДа, в кабинетах доверия, на всех сайтах АРТ есть эта токонтактная профилактика, и так мир живет уже больше 2 лет, и в нашей области, в частности, тоже. Дякую вам за змістовні відповіді. Марія Гудова, медична директорка обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом, сьогодні у нас в гостях. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про Всесвітній день боротьби зі СНІДом, який людство відзначатиме 1 грудня. Дякую вам і на все добре.